заполняем водой, выпускаем весь воздух, как обычно, через воздухоуловитель. Я ее опять неоднократно прогонял, поэтому я думаю, что воздуха там наверняка нет. Ну все, если эта труба, а именно все 8 трубок выживают в этот раз, то в следующем видео мы будем варить трубу на морозе. Если же кто-то из них гибнет, мы продолжаем. Ну все, как всегда, я их выношу на улицу, пусть они замерзают. Оставляю их на несколько, я думаю, что на несколько дней. Настал момент истины. Бегло. Ну, поверху пока не видать. Так. Да вроде какое-то есть расширение вот здесь вот. Так, труба. Труба Valtec, армированное стекловолокном. Появилась такая неровность. Я ее прессу, если она не выдержит, она выбывает из игры. Труба Valfex у нас однозначно выбывает из игры. PN20 не выдержала заморозки, лопнула. И что характерно, вздуваются они около углов. Я думаю, что чем тоньше слой полипропилена, а больше слой стекловолокна, либо подобного волокна, тем хрупче она становится на морозе. Дальнейшую игру продолжают 6 труб. Посмотрим, у кого крепче межмолекулярные связи. Кто хочет дольше участвовать в нашей игре?